Ребята, у нас сегодня будет обзор очень интересной штуки, я вам обещаю. Вот первое, что вам приходит в голову, как вы думаете, что это такое? Увлажнитель, вентилятор, что это такое? Это Wi-Fi роутер, ребят. Wi-Fi роутер Blue Cave от компании Asus. Давайте его посмотрим. Спору нет. Чем он интересен? Ну, конечно, его внешностью, потому что внешность, она здесь кардинально отличается от всех остальных роутеров. Сначала немножко истории. Ну, роутеры, давайте их по внешности, конечно, будем определять. Потому что, понятно, есть обычные роутеры, есть игровые роутеры. Это совершенно обычный роутер для стабильного соединения с интернетом, но это, можно сказать, дизайнерское решение. Роутеры бывают разные. Во-первых, есть вот такие роутеры. И есть еще вот такие вот удивительные роутеры. Ну а мы сегодня будем с вами смотреть вот это. Приступим к нашей любимой распаковке. Небольшие инструкции по первичной настройке и плюс гарантия. Сетевой адаптер и сам роутер. Да, очень необычное дизайнерское решение сделать роутер с дыркой посередине. Для чего служит вся эта вот эта вот полость? Ну, в принципе, для теплоотведения. А антенна здесь, ну, находится просто в корпусе. Если заглянуть под корпус этого роутера, то мы сможем видеть, что одна антенна в нем перевернута. Но вообще используется их здесь 4. Ну а посередине просто решили вынуть какую-то часть. Ну и внутри вот здесь находятся небольшие радиаторы, как раз которые отводят тепло. Это у нас задняя сторона, бок и перед. По элементам управления: клавиши включения, питания, клавиши reset, USB 3.0, 4 лановские порта, 1 Ethernet и клавиша VPS. Кажется, настало время все это дело подключить. Внимание на коробку, здесь находим кучу полезной информации. Скорость до 2600 мегабит в секунду. Здесь в подробности вдаваться, то 1733 на 5 ГГц, 800 на 2,4. Фирменная технология AirRadar умеет определять, в какой части квартиры у тебя находится больше всего гаджетов и туда давать лучший сигнал. Родительский контроль и повышенная степень защиты. Управление при помощи мобильного приложения. И, кстати, в комплекте еще дается ключик для антивируса на целый один год. И смотрите, есть индикация прямо в самом внутри. Здесь светодиодная небольшая подсветочка по кругу идет. Уверен, что в ночное время выглядит все это очень круто. Вот что хочется сказать. Один из тех роутеров, которые не стыдно поставить на рабочий стол. Обычно мы все с вами роутеры свои куда-то прячем в ящичек сзади стола, либо под стол. Но здесь совершенно другая история. Вы просто посмотрите. То есть на столе он смотрится, в принципе, лаконично совсем. Он особо здесь не выделяется. То есть он не похож на обычный роутер. И из-за этого нет такого ощущения, что здесь стоит просто что-то с антеннами. Это все. Вот это роутер. Понятное дело, работает в сетях 2,4 и 5 ГГц. И давайте проверим на скорость. Ну, хороший такой результат. Хорошо, что есть товары, которые ты можешь выбрать именно чисто под себя. Какой тебе нужен? Игровой, обычный роутер. Вот такой вот, можно сказать, ну, дизайнерский, на котором, извините, люди ломали голову как-то, поставить его и сделать его вот именно таким. Высказывайте свое мнение в комментариях, потому что я уверен, что у каждого из нас есть свое мнение. И давайте делитесь им в комментариях. Нравится, не нравится. Дизайн, как вам? Нравится, не нравится? Хотите почитать более подробные технические характеристики? Ссылка на официальный сайт будет в описании. Переходите, смотрите. Ну и все, наверное, с вами попрощаюсь. В принципе, все рассказал, показал. Обычный роутер, но красивый. До новых встреч, ребят. Давайте, с вами был Илья. Пока. Чух.